мать мальчика умерла? Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь, я знаю. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то, теперь уже нет. Есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. Для начала отрубить мне голову. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом, так же, как и ты. И можем делать все, что захотим. Убийство бога приводит к последствиям! Мама? Нет, отойди, Кратос, мне не нужно... Нет, 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 мой мальчик, мой милый мальчик. Это мама. Смотри, она великан. И я великан. Великаны называли меня Локи. Этот вопрос мы отложим. Голоден? Что дальше? Домой. Вьюга усиливается. Пойду к упряжке.
помочь? Готов. Надеюсь, Фенрик поспал. Может, и поест, как доберемся домой. О, совсем плохо, да? Я знаю, но вчера ему было немного лучше. Пусть и не долго. И если он сможет есть, я его не оставлю. Слышишь? Да. Это она? Это она. Граница близка. Готовься! Защиты. Мы добрались. Идем домой. Спеки, Свана, оп! Прости, что я не выстрелил. В этом не было нужды. Я все думал, она отступит. Ты спас ей жизнь. Я убил ее сына. Такое не прощают. Да.
Смерть Бальдра и впрямь вызвала Фимбулвинтер. С того дня снег не прекращается. Может, однажды все наладится? Возможно. Но худшее все еще впереди. Нужно быть сильными. Я сам. Возьму оленя. Ешьте. Он притих. Обычно приветствует нас. Атрей. Фенрир! Как ты, дружище? Все хорошо. Знаю. И я скучал. Где еда? Ты голоден? Ну давай. Надо поесть. Съешь. Что? Помельче? Вот так. Молодец. Атрей, близится час. Ты должен быть готов. К чему? Он же ест, он хочет жить. Он умирает. Хороший, храбрый, быстрый, сильный, но пора отдохнуть. Ладно, я справлюсь, а ты отдыхай, не мучай себя. Софна, Афра, Тесу, Софна, Этан, Софна, Софна.
Софна. Идем тренироваться. Что? Нет. Сейчас же ночь. Нашим врагам ночь не помеха. Зачем? Какой смысл? Мы постоянно тренируемся, и что? Этого мало! Сколько нам прятаться? Мы не прячемся. Мы готовимся к бою, но мы пока не готовы. Идем. Время уходит. За Фимблвинтером последует Рагнарёк. Грядет война. Что бы ни должен был делать Локи, делать это нужно сейчас. Моя история не закончится в этих лесах. Я должен пойти и узнать, кто я, кто такой Локи. Я не позволю тебе драться с богами. Я не хочу ни с кем драться. Мне нужны ответы. А если они приведут к войне с Асгардом? Может, мама того и хотела. Мы не знаем, чего она хотела. Видимо, не узнаем. Послушай. Дай мне время проститься с Фенриром, прошу. Ну, это угрюмое лицо ни с чем не спутаешь. Расскажешь, что? Приключилось. Волк умер. О, нет. Фенрир,
Как там наш паренек? Скорбит. Пошел его хоронить. Ага. Проклятие. Ну что ж, брат, пора спать. Кратос. Присоединишься? Фэй. Ты готов? Плетешься, будто самый мир сел тебе на шею. Это твоя охота. Ты веди. Ладно, ворчу. Только убит. Но хоть не мучился. И как мне это понимать? Скажи, о чем думаешь? Мы ищем хищника. Волка, да. Хищники убивают. Такой заведенный порядок. Это не всегда так. Не торопись. Не бойся, малыш. Мы хотим помочь. Правда? Нет, нет, стой! Идем. Больной волк, которого мы нашли, он пробрался внутрь. Как я и говорил, мы промедлили. Нас это не касалось. Но теперь... Не обязательно ждать беды у порога, чтобы выйти против нее. Если в наших силах спасти хоть кого-то, надо это делать. Нельзя прятаться и бездействовать. Мы не прячемся. Ждешь, что я его подниму? Молодец. Фэй. Thank you.
Где Атрей? Затем и бужу. Ушел хоронить волка и пропал. Давно уже. Далеко уйти не мог.